«Прощай, Елабуга». Более 400 педагогов посетили 11-й международный фестиваль школьных учителей в Елабужском институте Казанского университета. Еще 4000 присоединились онлайн. Каким он запомнился участникам, узнаем в сюжете. Мне очень приятно, что год из года учительская общественность и Республики Татарстан, и Российской Федерации, и регионов Российской Федерации поддерживает наш форум, относится к нему так по-доброму, по-теплому. И огромное спасибо, безусловно, всем модераторам, которые тоже поддержали. В летнее время приехали не просто участвовать, приехали поработать на наш фестиваль. Без вас нам тоже было бы сложно. Международный фестиваль школьных учителей – это площадка по обмену опытом эффективной организации школьного образования. На протяжении более чем 10 лет форум проходит на базе Елабужского института Казанского федерального университета при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Здесь, на этой площадке, встречаются и ученые, и практикующие педагоги. И в то же время здесь, на этой площадке, что в принципе является уникальным, собраны родительские комитеты, что позволяет пройти всю цепочку взаимоотношений ребенок-родитель, ребенок-школа, родитель-школа. Да, и мы же понимаем, что мы все должны работать на единую цель. И вот чтобы в этой цепочке все работали главным образом на школьников и способствовали их развитию. Педагогический форум включал 117 мастер-классов, от занятий по ораторскому мастерству с представителями Казанского института культуры до обсуждения учебника истории 20 века с научным сотрудником Российской академии наук Александром Шубиным и академиком Александром Чубарьяном. Учителя физики встретились на мастер-классе профессора Казанского университета Александра Фишмана, который представил свои наработки по повышению эффективности изучения физики в старших классах, а также новые методы подготовки к ЕГЭ. Очень интересные мастер-классы, где нам рассказали практические применения аспектов и интерактивных игр, как создавать интерактивные игры, как работать с различными платформами. Я думаю, что это буду использовать в своей работе. Сейчас побывали на мастер-классе по постановке своего голоса. На самом деле иногда бывает такое, что боишься выступать перед аудиторией, перед своими учениками. Вот я взяла некоторые упражнения на свое вооружение. К самосовершенствованию на фестивале приобщились и будущие учителя. Ради участия в летней педагогической школе некоторые оказались почти за 1000 километров от дома. 3 дня насыщенной программы позволили студентам обменяться опытом, присмотреться к инновациям в сфере образования и пересмотреть отношение к роли учителя в формировании подрастающего поколения. Помимо того, что я могу взаимодействовать уже с действующими учителями, так как я еще студентка, я могу задавать какие-то интересующие меня вопросы уже людям, которые намного мудрее меня, и это для моего опыта очень полезно. В рамках фестиваля педагоги посетили акцию «Ночь науки» в университетской школе. На 19 площадках были развернуты мини-лаборатории, где гости смогли на мгновение ощутить себя криминалистом, банкиром, антропологом и даже мастером китайской каллиграфии и сценического фехтования. На церемонии закрытия подвели итоги многочисленных конкурсов, отметили благодарственными письмами партнеров и зарубежных модераторов фестиваля. Ариадна Кугушева, Универньюз.